Так, Валер, смотри. Вот кнопка создать. Нажимаем на нее. Выскакивает такое окошко. Здесь проще вот нажать на экспертный режим. Это будет удобней просто делать. Задаем имя. Например. Заработал падла 8.1. И вот здесь видишь, выскакивает Microsoft Windows 8.1.64 бита. Ну, столько много памяти нам не надо. Хватит столько, наверное. Теперь нажимаем создать. Вот у нас будет диск 40 гигабайт, он нам нафиг не нужен. 20 гигов хватит. Ну, динамический виртуальный жесткий диск. То есть он будет расширяться по мере наполнения, либо фиксированный, лучше динамический. Он хоть и медленный, но получше. Теперь надо выбрать место, куда нам положить. Если не выберем, то он где-то здесь на системном разделе окажется. А это нам не надо. Поэтому мы нажимаем сюда. И идем в раздел D. Вот видео у тебя. И здесь я создал, вот видишь, папку VirtualBox, VBox. И у нас сохраняем в этот раздел 20 гигов. Создаем. Все создали. Теперь настроить. Что-то долго у нас выскакивает. Вот может у меня здесь. Так, система. Здесь в принципе ничего не трогаем. Дисплей. 128 хватит. Носитель. Теперь нажимаем вот сюда, вот на диск. Пусто где. Потом далее сюда. И выбрать образ оптического диска. И здесь выбираем, например, Toshiba у нас. ISO образ. И выбираем систему. Либо по-другому можно сделать. Так. Ладно. Давай запустим сразу. Либо вот так можно сделать. Запускаем. И вот выскакивает. Выберите диск. Теперь вот этот сам менеджер. Вот. Менеджер. Можно выключать, в принципе. Он не нужен. Здесь тоже убираем. И нажимаем сюда на папочку на эту. Где у нас компьютер? Компьютер Toshiba. И убираем свой. Так, на 8.1 Russia 64 открываем. А это похоже, которую я тебе давал скачивать. Вот, видишь? И продолжаем. Нажимаем. Это подрасширить можно маленько. Выщелкнуть тоже, захватить, отмена. Не надо захватывать нам. А в общем-то пошла установка. А нет, Валер, видишь, это официальная сборка, но ключи нужны. Ну а дальше ключи вбиваем, и обычная установка идет, все. Так, теперь, Валер, смотри, видишь, она у нас в таком непригодном виде. Так, сейчас я маленько здесь подуберу, чтобы поменьше нагружало компьютер. Так, ну все, все, Валя, теперь давай я. Нажимаем сюда вот устройство. Подключить образ
дополнений к гостевой. И вот он у нас, видишь, гостевая, это подключается в бокс, вот VirtualBox Windows Edition. Можно 64, 86, но можно просто вот это вот запустить, и она подхватит. Теперь далее install. 3D можно было бы и не ставить, ну да ладно. Так, здесь установить. Все, теперь финишируем. А это что у нас опять включено? Я что, выключал вроде. Можешь сделать в полноэкранном режиме. Вот вид. Режим полного экрана. Сделать его. Так, что за фигня? Почему он что-то установился? А, вот видишь. В общем, все, теперь ее можно настраивать, так уже работает. Вот вид, режим полного экрана, переключить. Вот он у тебя, видишь, переключился в полный экран, можешь работать с ним также. А чтобы выйти из полного экрана режима, вот сюда вот раз нажал, и все. Ну все, Валя, с этой фигней.